У сотрудников пожарной охраны началась горячая пора. С наступлением тепла случаются все больше природных пожаров. Расчетам приходится выезжать на ликвидацию возгораний по несколько раз за смену. И каждый раз они рискуют своими жизнями. Вообще профессия пожарного входит в список 10 самых опасных в мире. Поэтому можно с уверенностью сказать, огнеборцы – это настоящие герои. Уважаемые сотрудники ветераны пожарной охраны, от администрации Балаковского муниципального района примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам особые требования. Умение быстро принимать решения, от которых зависит жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в условиях опасности вызывают глубокое уважение и признание к вам и вашей профессии. На вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества, обеспечению безопасных условий жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. И дело свое вы выполняете с чувством высокого долга и ответственности. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. И пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего города. Глава Балаковского муниципального района Александр Александрович Соловьев. На минувшей неделе, 4 мая, отмечался Международный день пожарных, а за 5 дней до этого – День пожарной охраны России. И в Балакове поздравления принимали все, кто связан с этой профессией. Диспетчеры, которые принимают вызовы от населения, инспекторы, которые проводят профилактические мероприятия и ведут надзорную деятельность. Ну и, конечно, те, кто непосредственно выезжает на ликвидацию огня. От имени руководства Главного управления, всего личного состава, от себя лично, слова искренней благодарности за ваш самоотверженный и доблестный труд. Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам пожарной охраны, находящимся в нашем зале. Все свои силы, умения и опыт они отдают до сих пор нашей молодежи. Накануне празднования 370-й годовщины желаю вам дальнейших успехов, продвижение, благополучие, мира в вашем доме, бодрости духа, стойкости воли и самое главное, дорогие друзья, бездымного и мирного неба над головой. Профессия пожарного – одна из самых сложных в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, поднимать тяжести. Но самое трудное – это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей жизнью, чтобы спасти чью-то другую. Спасти и помочь – такая цель стоит перед пожарными каждый день.